А, если ты по часовой, значит, до Давай, да, Долгоуский оазис. Долгоуский оазис. Да, форма архонта, конечно, у волшебницы это имбище просто, блин. Как Пока бы, она не закончится. пока она не закончится. Как бы ей время сократить восстановление. Наверняка есть что-нибудь. А где все? Типа, текайте, по, текайте, хлопцы, с деревни, они Беляла, они убили Беляла. Грац. Жесть. Просто разорвал, блин. Достойный противник. Это не для меня. О, лавл. Дюнный дервиш. Уважаемый дюнодервиш, блин. Отстаньте от меня. Сдохните, пожалуйста, да? Надоело уже. Так, а что у меня там? Умелки? А, морозный луч. В топку. Морозный луч и... Это магическое оружие. Ты там выйди из этого... Из сумрака? Да, спасибо. Из сумрака, да. Сейчас, минутку. Да тут там к тебе пришли просто. Вот их уже забил. Ходят тут всякие. Понимаешь? Так, стоп, а что нам не было одето? А, вот варим здесь. Скорее всего, бронелифчик, как обычно. Все, это сделали. А пас... Ой, пассивки какие-то появились. Угу. Ё-моё. Какого-то говна тут в пассивках не валяется. Опять арбалет. Да вы заколебали. Труселя клевые выпали. Бронетрусы. Пойдем? Да-да-да. Стоять! Куда полетели? Блин. Они не хотят с нами разговаривать. Какие асоциальные. Пассивно-агрессивные твари. Так, а чем мы сюда вообще приперлись? Чё-то мы по стрелочке идем. Чё-то бежим куда-то, убиваем всех налево-направо. Вообще еще вопрос, кто здесь этот монстр, блин. Приходят какие-то непонятные ребята. Нахрен геноцидить всю локацию к чертовой матери, блин. Спаси этот, как его, борцы за добро, блин. Ай. Ай. Ух. Куснули так куснули. Ну, защита. Эй, сдохните уже. Войти в гробницу хана Дакаба. Хана Дахана. Угу. И что-то там сделать кому-то. Ай. Ага, понятно. Не оттуда зашли. Да. Мелочи неприятно. Блин, может поменять пока эту заморозку на что-нибудь атакующее. Один счет я сейчас не пользуюсь. Ну, если следовать базовой логике дьявола, то имеет надо не на что-то атакующее, а на какую-то пассивку, которая повышает урон. Ну, это у меня уже есть. Точнее, тут не урон, тут снижение этого, как его, расхода энергии. Просто если посмотреть на как бы билды людей, то по сути всегда все билды сводятся к тому, что у тебя, грубо говоря, два атакующих скилла налево-направо кнопки, а все остальное это просто какие-то эти пассивки. Ну да, есть такое дело. Огнедышащие. Типа там увеличение урона, оглушение, может быть, какая-нибудь там лошадка, телепорт еще. И все. Сейчас минутку. Не война. Так, ладно. Нет, на мне сейчас стоит приполезнейшая штука. По-моему, одну... Слушай, а, кстати, можно, интересно, два доспеха запустить? Сейчас. Если я поставлю вот так вот, например. Вот это, да, круче. Если я сделаю вот так.
О, Кайзер Европа. Завоевание львиное сердце. Задрутище, блин. Человек чувствуется капитально так засел. То есть оружие делит силой магии на 10%. Восстановить до 3 единиц. Может восстановить. И доспех бури. Снижение. Так, а ледяной доспех что делает? Так, нет, это идет в жопу без разговоров. Он же не ударщик, кто уже был. Фамильяр. Не-не. Тоже в толку. С каком прицелом? А, поборник карата был. Точно. Ну, надо не сюда ставить. Ладно, потом пересмотрю скиллы. Короче, я сейчас бегаю под двумя пассивками. Угу. Сдохни, плюшевый ублюдок. Ну, тот билд, который хочу я сделать, у меня вообще там... Сплошные пассивки. Все пассивки. Да, там один атакующий скилл, ауешный, остальное все пассивки. Он 29-й. Мы конкретно не с той стороны пошли. Ну, сейчас-то мы нормально пришли. Как же все-таки игра за волшебницу радикально отличается от той игры, к которой я привык? Ну, игра за волшебницу это больше убегай, но стреляй. Класс. Пассивная хрень. При атаке волшебница может за счет противника восстановить себе 3 единички энергии. В итоге у меня энергия вообще не уходит. То есть я сейчас так себе сделал, полностью так сделал, что у меня практически нет смысла использовать левую кнопку мыши. Я помню. На левый иди, там рычаг надо дернуть. На другое лево. А, рычаг нажать, да. Ой. Выяснить, что этот орден был основан 200 лет назад, как раз тогда, когда Ракис повел свою армию паладинов на запад. Господа, вы не правы. Ой-ой-ой, текайте, хлопцы. А где они? А, вот. Невообразимый ужас. Дерется так дерется. Что-то выпало. Топор канает. Отлично. Че, заходим? Хотелось бы изучить сейчас подробнее, но похоже, мы пробудили какую-то силу. Пойдем. Ай, блин, не то нажал. Типа привычки из Вовки, правую кнопку нажимаешь, чтобы что-нибудь заюзать. Хорошая привычка. Надо. Из Вовки. Больно. Ну чё, ща реабилитируюсь. Да сдохни ты уже, как тебе там? Таракан ползущий. О, смертоносные копыта мне подходит. Я пока не могу это открыть. Смертоносные копыта? Да. Такая вот обувка. Смертоносные копыта. Но золото принесло мне лишь страдания. Я позволю, чтобы на мой род пало тоже проклятие. Мои сокровища останутся в этой комнате навсегда. И никто не разгадает ее секрет. Ой, старый пердун, а. Угу. Ты слышал, да, что он говорит? Ага. Я, говорит, очень сильно страдал всю свою жизнь. Жрал в три горла. Жил, как сыр в масле катался. Как мне было тяжело. Но я не хочу, чтобы мои дети разделили эту тяжесть. И в это время внук на заднем плане. Старый козел! Поэтому я взял весь пенсионный фонд, все налоги за 20 лет, всю казну нашего государства и нахрен спрятал это где-то в пустыне. Где никто никогда их не найдет. Кроме нас. Я что-то потрогал. Я вроде зря, наверное, да? Ну, если оно не было морщинистым, волосатым и круглым,
Так, слева ни хрена. Думаешь, там уже открылся? Угу. Что-то моргает мне. Не, господа, вы к тебе. Да, открылось. Да. Да. Сейчас я тут с ребятами немного разберусь, а то тут какие-то... Я правильно не зря боюсь туда идти. Очень бурзый народишко. Ну ты пока разбирайся, я пока скиллы гляну. Мне все-таки надо поборника Акарата куда-то перекинуть. Не место удара щитом, что на ПКМ-то посадить? А у меня волшебница, это, борзеет потихоньку уже. Она сегодня только что сказала, вы, говорит, посмели напасть на меня? Все уже, ЧСВ-то заработала. Угу. Так, поборник Акарата, где он? Эй, блин, тут этот был. Он 40-й. Ну, тут этот был алтарь с опытом. Ну как его, плюс к получаемому опыту. Так, ну ладно, что-то я гуляю, никак тут закончится. Я думал, тут небольшая территория, блин. А там что было внутри-то? Сокровище? Я, да, там сокровище, но я не стал его трогать. Я, знаешь, кто-нибудь вылезет большой и страшный. И будет кусать меня за всякое. Представитель пищи. А у меня всякое еще не отросло. Ну, ты смотри, ты впрямь вылез. Кажется, мне хана. Призрак Хана Дакаба. Ну, как бы пока вроде стою, Марик. Какой жезл? Ведьминский жезл бранных слов. Логично. Твою-то мать, что за жезл? Достаешь этот жезл, начинаешь кастовать, а там мат-перемат сплошной. Ага. Так, я, наверное, в город слетаю. Сначала. Починить, в смысле? Ну да, и починиться, распродаться, и с умелками немножко сейчас хочу кое-что попробовать. До меня не доходило вести кое-что. Давай, я починю, продамся, починюсь. Я ж сколько подыхал-то на Беляе. Страшно подумать, что кто-то еще из нашего ордена мог попасть в беду. Мы все понимали, на что идем, Тирае. Но мы верим в возрождение. Так, тайник. Динг-динг-динг-динг. Я все проверил, это все херня. Так. Есть у меня мысль. Я ее думаю. Возможно, ты делаешь это зря. Ой, мне даже не хватает его обучить до 9-го. Все-таки первым, кажется, надо кузнеца обучать. Согласен. Так, у меня есть ресурс, чтобы... Нет, вот это... А, у меня нет дыхания смерти, оказывается. Ага. Печально. Угу. Какая злая девочка. Здравствуй. Так, фамильяр. Хочу попробовать фамильяра. Так. Телепорт? Новинки. Ну да. Так, а тогда может быть лучше телепорт поменять местами. Сейчас, минутку. Так, сюда мы ставим дезинтеграцию, точнее, ой, энтропия. 32 нужен. Здесь надо. Господи, я не помню. Что за... А, нет, здесь все, на вакууме А, да, железная кожа остается на стальной коже. Принцип доблести. Неудержимую силу надо. 45-й.
Соборника Карата надо с пророк на 49-м. Удар с плеча. Броняющий удар 54-й. Насмешка на 32-м. Короче, мне, чтобы полностью билд собрать, 54-й надо левел. Так. Окей. Что-то еще, по-моему. Че, погнали дальше? Скорее всего, да. Ну, я так понимаю, исследовать твоей логики пустыни жарящих ветров. Да. Да. Сейчас разберусь тут. Раз-то. Я пока пойду поумираю в пустыне жарящих ветров. Ну окей. Надо войти. Может, могу попробовать до развалин добежать, просто галопом, не останавливаясь. Ты рисковый, я смотрю. Если получится, ты просто ко мне тэпнешься. Ну, по-моему, не получится. Надо щит вставать. Давай, беги, беги. Чуть-чуть осталось. Есть. Успел. Ты что, можешь тэпнуться ко мне? А, здесь надо второго. Нет, я тут я уже не дойду до второго уровня. Не, ну ты. Забьют санными тряпками. Ты бегай, что-то. Так, говорят, бегать полезно. О, я слышу гоблина, кстати. А, я же убрал. Ох, хрена себе. Так, сейчас. Да, тяжко. Живешь? Да, но это пассивка отработала. Сейчас приду. Да что, я не тороплюсь. Урон. Главное, это. Капец. Не туда, а ко мне тэпайся. Угу. Урон 3753. Так. Почти как большой мальчик. Так. Кто тут? У меня урон. О, 1000. Кто тут? О, вот это и появился. Кто тут наших обижал? А ну иди сюда. О, гоблин. Точно. Ай! Вот, я тоже слышал гоблина. Да чё? А я на него тэпнулся. Самоцветный, кстати. Стой. А мне до него как-то надо добежать. Стой, падла. Стой, тебе говорят. Будет весело. Пассивка. Так что я текаю. Буду бегать кругами. Нет, я сдох. Ну, очень. О, поясочек норм. Амулетик говно. Не стоит. Так, а чё мы сюда припер? А, на второй уровень надо. Стрелочка вон там внизу. А, вижу. Чё кричал? Они пришли по мою душу. Склизкие, противные, да? Угу. Да. А вот хрен мне. Не дают, да? А варвар бы перепрыгнул. Нужно подождать. Ну, я так не играю. Дай. Ну дай тэпнуться, зараза. Никак, да? Не добирает. Вход придется. Да, придется. Блин, я помню, если во второй части можно было прокачать прыжок варвара до максимального уровня, блин, он такие дистанции пролетал просто. Так это смешно выглядело. Хоп! И летит, блин, полчаса. Особенно в аду над этими лавовыми озерами можно было летать во все стороны. Прыжок, блин, ага, прыжок. Полет, а не прыжок. Так, а где, собственно, все? Блин, мне как-то надо критический урон повышать. Ой, не критический урон, а вероятность. Сколько у меня сейчас, кстати, вероятность? Интересно. Помнится, она там была какая-то очень плюшевая.
Вероятность крит удара. Ой, 10%, обосраться. Ну, это неплохая вероятность. Каждый 10 удар критически нормально же. Да, вот только еще понять в этих лучах, где тут 10 удар, где первый. Формально это все один удар. Нет. Это потоковый, значит, у тебя этот есть такое понятие, как тики. Тики. Тик. Тики-тики. Да. Только не говорите мне, что это тоже не туда, куда надо. Нет, вроде бы туда, куда надо. Ур. Кто там? Ой, 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 ой. Мои исследования указывают на то, что выпало. Некий высокопоставленный духовник. О, еще один гоблин. По имени Акан начал. Ну, ты же автор Луми сбежал. Ага, Златник. Самую суть его веры. Барон Златник. Ну, так себе, конечно. Он уничтожит столь любимую им церковь и решил, что он должен действовать. После многократных... Ну, мне голда нужна, да и тебе тоже. Этих-то текстов. Ну, в принципе, наших. Да. А по этих как их там? Так тут никого нет. Подожди, мы еще не дошли, что ли? Нет, убить. А, нет, все правильно здесь. Нам, да. Нам надо убить всех на втором уровне. Все правильно. Мы там, где и должны быть. О, синенькие. Чувак, куда ты ползешь? Мне объясни, пожалуйста. Я здесь, блин. Вы что меня игнорируете, сволочи? Не, ну я обиделся. Это черт знает что. У меня насмешка же еще есть. О, корона Леорика ушла на второй план. Я так и представляю этого непрокачанного паладина. Слышь ты, чё? Ох ты ж, блядь. Да не, ничего. Как же. Блин, комикс был какой-то смешной, как раз по. Ну, типа по World of Warcraft. Про двоих. И про мага и про воина. У меня есть там, как они начинали, как они развивались. И там был забавный момент, когда воин, типа, ты знаешь, чувак, я там изучил себе новые умения, насмешку. Это, говорит, что такое? Ну, короче, типа, ты говоришь противнику что-нибудь этакое, а он обижается и атакует тебя как ненормальный, типа, поэтому тебе легче с ним драться. Ну, говорит, давай покажи. И в этот момент там какой-то гоблин вылетает или гнол, не помню, и начинает этого мага бить. Просто там, не знаю, пинать его туда-сюда. Воин стоит там, типа, ты, говорит, что-то там... Ты, говорит, недалекий, глупый, нет, это я не скажу. При этом там мага продолжает пинать, еще там что-то. Говорит, да давай, говорит, быстрее уже свою насмешку, говорит, сколько можно ждать-то там. В итоге маг не выдерживает. Да твоя, говорит, мамочка обосралась, пока рожала такого имбицила, как ты. В итоге там толпа гнолов откуда-то со стороны. Чё ты вякнул про мою маму? Воин стоит такой, ничего себе, говорит. А он, оказывается, тоже владеет этим умением на смешку. Как же этот комикс назывался? Блин, не могу вспомнить. Очень забавная рисовка. Особенно один сюжет повеселил, когда они такие два уже прокачанные, в доспехах, в таких очень классных, стоят около какого-то дракона или какого-то монстра, которого они только что победили. И, значит, стоят типа, а помнишь, как мы когда-то начинали-то? Да, помню. Вот бы, говорит, вернуться в те далекие времена, и тут, говорит, особое, говорит, умение для суперигроков, все для вас, ваше желание, закон. Пумс, они появляются в самом начале, без ничего. Обнуление всего. Так, что, ты куда улетел? А, вижу. Следующий по часовой стрелке. Не, я просто что-то карту открыл, тебя там не сразу почему-то показали. А я в протесте, наверное, был телепортацией. Ой, как я не люблю это место. Сплошные тараканы. Да? До меня дошли тревожные ну, вести. Не знаю, какой-то оно... Еще один темный культ явил себя мне. Слишком долгое, что ли. Сектанты практикуют множество ритуалов. Слишком много локаций, я имею в виду. То есть, когда тебе, например, нужно какого-нибудь босса прибить. Упс. Чё такое? Пассивка? Которых порождает такой ритуал, до конца своих дней способны. Хотя, одного я понять точно не могу. Почему на этой локации дается убить всего 50 противников? Тут да и 250, я думаю, можно осилить.
Мне кажется, чисто рандом. Так тут же эти тараканы без остановки падают. Или ты про что? Или ты про задачу? Про задачу, да. А. Не, ну не скажи. Некоторые локации физически не могут выдать больше 50 противников. Не, ну это понятно. Так, нет, потому что они могут. Здесь наверняка бывает задание убейте 50, а также задание там убейте всех. А, ну, или убейте 150. Типа, тут-то точно хватит. Ну да. Как бы уже. Ой-ой-ой-ой. Ой, боюсь. Я сметаю их праведным гневом. Меня не остановить. Магичка у меня понтуется, дальше некуда. Меня не остановить. Да как вы смеете на меня нападать? Да кто вы такие? Блин, я не могу просто, а? Это пипец какой-то. Разорву всех к чертовой матери. Постараюсь не сдохнуть к чертовой матери. А чё они так плохо появляются, блин? А ты не мог бы поближе ко мне подойти? Ой, куда? Сорян. Что-то не успеваем. Да, естественно, не успеваем. Я недокачанный. Блин, да. Чуть-чуть семерых не успели. Ну, нет, на самом деле они что-то как-то очень уж вяло появлялись, как по мне. Если бы они реально спамились без остановки, как это обычно бывает. Ну-ка, что у нас тут? Ой. Канат, штаны говно, меч говно. О, хорошие наручи. Хорошо. Ой, хороший. И плечи хорошие. Шлем хрень, доспех херня. О! И какой-то 35-й, не помню, что на 34-м какой-то этот был. Слушай, а давай в город слетаем? Я возвращаюсь в город. Я кое-чего себе переделаю. Угу. Я тоже руны гляну, там что-то у меня уже должно было появиться на 34-м. Так, это мы выковыриваем. Так, стоп. Шлем Леорика мне нужен для кубка Каная. Кубика Каная. Что он лежит? Все, за 4000 перевалил по урону. Красиво, черт побери. Ловкость, живучесть, сопротивление стихиям. Так. Это я скинул. Да, еще получить такое? Можно его? Тут и такое. Ой, есть. Еще можно. А, теперь все, больше не могу. Че это? Апать кузнеца на дыхание смерти. Это да. Обалдеть. У меня его нет. С 4 с небольшим до 6600 за один камень. Просто, блин. Короче, все. Можно на следующий уровень сложности переползать. Думаешь? Ну, этот пройдем. С другой стороны, мы и тут нормально получаем. О, так, все, насмешка у меня готова. Так, удар с плеча. Нужен обороняющий. А, порицание у меня нормальное. Взрыв кожи. А, нет, стальная кожа нужна. Принцип доблести. Недвижимость по силу. О, отлично. Вот так себе. Хватило. И стойкость. Подожди, стоп. Сколько? Подожди, 50 тысяч. А, 43. Не, нормально. Угу, ага, и е. Угу. Угу. Блин, было 200 тысяч. Стало опять ни хрена.
Да уж, нужно разбирать. Всякие уроки. Что разбирать? Ну, всякие шмотки. А то без них-то уже никак. Без дыхания смерти, например. Хотя, а она с чего падает, я забыл. Я так и не понял. Написано, что с больших. У сильных монстров, да? Да, это такие. А черт его знает. А кто у нас, простите, сильный монстр? Угу. А в Кубе Канай у меня нет ни хрена, да? Не, Куба Канай это нет. Может, сходим? Че? Ну, первак вначале как минимум добьем. Да не, это скучно. Оставляем все на полпути. Ну что, пошли к эти Елизаре Батори? Ну да, тоже доползти до него. Елизаре Батори. Ну, на плечи выпал. Ничего, так норм. А вот и Елизаре. Ну? Елизаре Батори. Кстати, Елизарика стоит гребаную тайную магию. Скотиняка такая. Блин. Че, убили? Да нет. Там толпа народу прибежала в мою душу. Где? Где? Так, у меня какой-то выпал двуручный топор. Да блин, откуда вы лезете все, елки-палки? Я все хочу с мелкими разобраться, блин. Только на секунду. Я хочу исследовать шмотку. О, легендарный двуручный разделочный нож мясника. Хорошая штука, мне нравится. Вот его урон теперь 2300, уже поинтересней. Че, куда там дальше-то? А, Магда, дорога Валькарн. Фамильяр. Доспех. Я пока пойду, поумираю там немножко. Окей. А, подожди. Дорога Валькарн, да? Но здесь вниз надо бежать, да? Где? Нифига себе. Архонт, умеющий телепортироваться, это жестоко. Его и так хрен пробьешь, он еще и убегать умеет. Это уже просто неприлично. А. Вот не могу пройти мимо этих пленников, не освободить их. Просто руки чесаться. Да, я знаю, у тебя бзик. Не бзик. Закидоны. Достойный противник. Эй, а чё он не умер? Ты все уже нормально, я смотрю, урон держишь. Ну, под бафами, да. А, то есть все-таки еще. Не так, не так хорошо, как хотелось бы. Ну, так, у меня левел-то 35-й. Ну, блин, разница всего 8 левелов. Ладно, все, кто остался внизу. 8 левелов и куча шмоток. Ну да. В следующий раз. Увидимся в следующий раз. Увидимся на следующей неделе, ребят. Сегодня вам не повезло, но не расстраивайтесь. Наше специальное предложение. Самаш. Головорез темного культа. А, так его надо было убить. Блин. А я к Магде шел. Я тоже, кстати. Ну, может, нафиг. Магу. О, еще и призыватель. Шандар. О. Сколько тут народу, блин. Кого только здесь нет. Стражник гнусности. Класс. Ведьминский тюгальник и стражник гнусности. Шикарное сочетание.
Вы кончитесь или нет, спамеры долбаные? Так, что, все? Да, все, слушай, мы молодцы. Чё-то так неожиданно, блин, я реально к Магде шел, думал, сейчас мы ей напинаем. Ты в городе? Ой, а что такое? Да. Твои деяния должны... Надо сундучело скинуть. Вот Шурик, а. Сундук скинуть. Я их спокойно открывал. А он мне взял и объяснил, почему так делать не надо. Я теперь не могу их спокойно открывать. Ну, тут есть цель и средство ее достижения. Когда я предыдущий сезон играл, я их спокойно открывал, несмотря на то, что Шурик говорил. Просто потому, что я прекрасно понимал, что я не успею ни сезон закрыть, ничего. И смысл мне заморачиваться, что-то пытаться там это... По-умному сделать, если один хрен ничего не успею. Так, ну чё? В первый... В новый Тристрам или Небеса? А где там руины Сичерона-то? По-моему, в Бастионе. Да, в Бастионе они. Ну пошли, кстати, нам туда и нужно. Проклятый сундук очистить ещё. А, ну да, в руины Сичерона, да? Да. Yes, of course. Иди, я к тебе тэпнусь, я сейчас проверю, что я точно квест взял. Где этот? Я тут. Гондон лысый. А, вот, мне все взял, все нормально. Так. Так что это пусть к тебе. Может, ну его нахрен. Товарищ фамильяра. Может, ну его нафиг этого фамильяра. Что за войти в вечный лес? А, тут этот, отдельная локация. Ну да. Сейчас может, пошли вначале до кубика сгоняем? Сейчас я тут посмотрю, что у меня. Смотри, что-то я же над душой не стою, хотя не стою, конечно. Вот стоишь. Сейчас, блядь, как же встать-то так-то? Во, встаю над душой, все отлично. Пусть будет гидра, огнедышащая. Во. Ну, пошли. Твоя чародейка себе в какой-то мере что-то отрастила. Ха-ха-ха. Шутим. Смешно, я оценил, да. Ну что, пошли искать этот портал к древним. Ох, ни хрена себе у них тут развлечения. Ай. Ох. А как встречают? С цветами, блин. Угу. Сударь, вы не правы. Вместо того, чтобы топоры тут ставить, он, чтобы защиту нормально организовали, долбаные варвары. Это было больно. Меня не остановить. Ну, отлично, 37-й. Я стала еще могущественнее. Тихо, из лужи выйти надо. Из какой лужи? Может, из взрыва? Ну, это и есть же лужа. Ну, лужа со взрывом. Так, колечко плохое, броник плохой. Да что ж ты... Гидра, кушай его. Ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам.